Ранее депутат из Курска возмутил жителей города отдыхом в Мексике на Новый год. В ответ политик обвинил украинцев. На видео, попавшего в интернет, депутат Курской областной думы Максим Васильев беззаботно пьет коктейль, закусывая креветками и поздравляет всех с Новым годом, желая много денег и хорошего настроения. Новогоднее поздравление он записал из Мексики, куда я поехал с женой, тоже депутатом, кстати. В комментариях жители города пристыдили Васильева за пир, пока люди прислушиваются к бабахам. В ответ курский депутат нашел украинский след в скандале с отпуском в Мексике и заявил, что видео попало представителю Западной Украины, с которым дружил до СВО, а ролик был приколом исключительно для своих. Курский депутат со скандальным видео из Мексики отказался сложить полномочия после критики со стороны губернатора и секретаря Генсовета Единой России. Максим Васильев заявил, что он избрался в региональную думу самовыдвиженцем, поэтому решить такой вопрос могут только его избиратели. Мнение губернатора для меня не важно. По вопросу сложения полномочий буду обращаться со своими избирателями. Я являюсь депутатом более 20 лет и всегда избирался самовыдвиженцем. Решение будут принимать мои избиратели. При этом мнение Турчака для меня не пустой звук. Ролик был записан в шутку для семьи и друзей. Разумеется, я бы никогда его никуда бы и не выкладывал. Все осуждают меня, считают, что именно я его записал и выложил. Добрый вечер, друзья. Наверное, пришло время мне уже непосредственно лично высказаться о ситуации, которая случилась со мной и с моей семьей. Принимаю ли я критику в свой адрес и считаю ли я свой поступок неподобающим? Я действительно критику в свой адрес принимаю. Это достаточно искренний поступок свой. Безусловно, в том виде, в котором он был представлен, выглядит как неуместно, какое-то похвальство, пир во время того, как страна находится в сложной ситуации. Но это был шуточный ролик для личного архива, который фактически был украден, чем нарушены были мои права. И я буду добиваться от правоохранительных органов, я готовлю сейчас туда заявление, разобраться, каким образом этот ролик попал. Но он действительно был записан, повторюсь, был записан исключительно для моей семьи, не более того. Но он вышел в сеть совершенно в другом контексте, где я радуюсь, показываю, как я шикую. Хотя это небольшой испанский тост шуточный. Никакая ни моя жена не снимала это и не присутствовала во время этого видео. И она вообще находится в декретном отпуске. Месяц ребенку только, у нее уже молоко почти пропало после того негатива, который на нее вообще ни за что свалился. Ладно, там я участвовал в этом ролике и сам виноват, что он фактически попал в сеть. Но нападать на многодетную маму, не имеющую отношения к этому, это уже перебор. Поэтому я обращаюсь ко всем хейтерам, кто там желает смерти нашей семье, детям и всему на свете. Перестаньте это делать. Люди, да, действительно совершают ошибки, и за ошибки эти отвечают. Но обещать смерти от Кувалды, Вагнера и так далее за, пускай, глупую шутку, на мой взгляд, это многовато. Так, прошу прощения еще раз перед всеми, кого этот ролик обидел. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.